А в Нижневартовске очередная группа пенсионеров получила паспорта электронного гражданина. Это документ о прохождении специальной образовательной программы. Ликбез проходят неработающие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченные, многодетные югорчане и представители КМНС. За 38 академических часов они знакомятся с компьютером, интернетом и порталом госуслуг. В этом году слушателям курсов рассказывают еще и как пользоваться некоторыми программами и мобильными приложениями. Бесплатное обучение по программе «Электронный гражданин» проходит во всех муниципальных образованиях Югры. Только в этом году компьютерную грамоту освоит почти 300 человек.